В этом территориальном центре помощи населению в Голицыне одинцовские активисты «Единой России» – частые гости. Как и сегодня, они регулярно доставляют сюда все, что необходимо нуждающимся. Бессменный руководитель центра и человек большого сердца Марина Савкина старается помочь всем, кому это необходимо. Этот груз собирается в роддом, в Кременную, вот, который сейчас разбомбили. Ну, всех и малышей, и мамочек успели перевезти, они в соседней больнице. Наши ребята туда едут, они заезжали, говорят, что там просто вообще абсолютно ничего не хватает. Кроме этого, волонтеры сами шьют балаклавы, плетут маскировочные сети, а недавно научились делать блиндажные свечи. Горит 7 часов примерно. Мы сами зажигали, смотрели. Можно подогреть на ней даже консервную банку или воду, кофе залить. Ну, то есть какой-то небольшой жестяной банке. Ребята делают такие подпорки, и она и греет, и кормит. Принимают все необходимое, сортируют, собирают посылки. В преддверии 23 февраля в каждую кладут открытку, сделанную специально для солдат. С сегодняшнего дня мы уже помощь, которую собираем, вставляем поздравления от наших ребят, от наших деток, от наших неравнодушных. С наступающим праздником. С наступающим праздником, да. Открытки, каждое прям произведение искусства настоящее. Да. С таким волонтером, как Марина, нет никаких сомнений, что каждая коробка, каждая открытка будет доставлена лично в руки. Всегда стоит вопрос, а точно ли это отвезут, точно ли это соберут, собирают то, что надо, значит, и так далее. Вот здесь доверие полное. Если Марина Савкина, Голицына, значит, ну, во-первых, она попросила помочь открыть вот этот центр, да, сбор гуманитарной помощи, и, конечно, ей пошли навстречу. Не идеальное место, но вполне удобное для того, чтобы тут делать работу. А все началось 9 лет назад. Помогали семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. До сих пор тесно сотрудничают со школами, садами и другими учреждениями. Всех своих подопечных знают в лицо. Марина уверяет, одна бы точно не справилась. На самом деле, все благодаря моей дружной команде, моим девочкам-волонтерам, которые вот здесь у меня, их 4 человека, которые без перерыва со мной, даже иногда больше меня. Я бегаю с кем-то, что-то договариваюсь, они у меня как пчелки, и сети плетут, и балаклавы краят. А еще очень помогает поддержка семьи и друзей. Когда-то делать добрые дела научил отец. Теперь Марина своей улыбкой и энергией сама вдохновляет всех вокруг. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».